Здравствуйте! У нас для вас есть просто хорошие новости. Обзор по-настоящему добрых и милых сюжетов. Ни одного слова о пандемии и политике. Только сплошное добро в эфире НТС. В студии Екатерина Коломиец. Здравствуйте! В берлинском зоопарке новорожденный жираф Ротшильда впервые показался публике. Малыш по кличке Генри сделал первые шаги и успел познакомиться не только со своими сородичами, но и с гостями зверинца. Малыш Генри родился 5 июня и уже через 10 дней сделал свои первые взрослые шаги. Сейчас его рост достигает более 2 метров, а вес перевалил за 60 килограммов. Жираф уверенно гуляет по вольеру, но пока старается не отходить от мамы, 6-летней самки по кличке Амалька. Генри родился в загоне с жирафами. Он был 2 метра в длину, что довольно много для жирафа. Свой первый день он провел с матерью в их маленькой коробочке, чтобы они могли установить связь. И после этого он провел несколько дней с другими маленькими жирафами, особенно со своей сестрой Беллой, которой 1,5 года. Познакомиться с Генри было для нее чем-то новым. Они прекрасно поладили. Стоит отметить, что вид жирафов Ротшильда, более известный как угандийский, находится под угрозой исчезновения. В природе их осталось менее 2000 особей. Основной средой обитания редкого вида стали охраняемые парки Кении и Уганды. Именно поэтому имя для редкого особенного малыша сотрудники зоопарка выбирали путем интернет-голосования. Тайр Парк совместно с Ассоциацией жилищного строительства «Ховок» направил открытый призыв в социальных сетях. Стоит отметить, что маленький жираф очень обаятелен. Он сразу влюбил в себя посетителей зоопарка и других членов стада. Отец Генри очень часто посещает их вольер. Он, конечно же, не живет в том же месте, где находятся другие маленькие жирафы, так как ему не нужно выстраивать с ними отношения. Но он очень хорошо ладит с Генри. Он часто навещает его, обнюхивает и проверяет, все ли у него в порядке. Это такая приятная картина. В Великобритании встречу президента Франции организовывал кот. Необычную роль на себя взял питомец британского премьер-министра. Перед прибытием Эммануэля Макрона кот прогулялся у резиденции на Даунинг-стрит-10 и лично проверил обстановку. Сейчас кот Ларри известен как любимец британского премьер-министра. Однако мало кто знает, что еще несколько лет назад хвостатый жил в питомнике. Там его спасли от бездомной и голодной жизни бродячего кота. Однако теперь 13-летний почетный мышелов обитает в шикарной резиденции и к своим обязанностям относится крайне ответственно. Перед приездом французского президента Ларри лично осмотрел периметр на наличие грызунов и проверил готовность персонала. Стоит отметить, что к вниманию прессы кот не привык. После непродолжительной фотосессии он скрылся от назойливых объективов фотокамер. Оазис в каменных джунглях. В Мельбурне может появиться небоскреб с деревьями. Необычный проект представила пекинская архитектурная компания. Дизайнерская разработка с легкостью может завоевать звание одной из самых стильных построек в мире. Оригинальный проект архитектурной компании из Поднебесной разрывает шаблоны и рушит привычный образ небоскреба. Вместо стекла и бетона в новом здании – растения и деревья. Высота конструкции, которая демонстрирует единение города и природы – 360 метров. Здание расположится в одном из крупнейших городов Австрии – Мельбурне, на территории 6000 квадратных метров и объединит в себе сразу несколько площадок. Нижние ярусы разместятся на стилобате. Предполагается, что здесь будут кафе и магазины. Стоит отметить, что уникальная архитектура этих этажей напоминает цепь предгорий, устремленных ввысь. Кульминацией станет верхушка небоскреба. Согласно проекту, она будет выполнена в виде облака и объединит в себе водопады с бассейном, рестораны, скейт-парк, бар и смотровую площадку. Царство Снежной Королевы. На севере Японии появился ледяной отель. Необычная гостиница создана специально для любителей зимы. Практически все детали интерьера сделаны из прозрачных ледяных глыб. А в качестве развлечений гостям предлагают каток и снежные горки. Настоящее царство холода и снега, так свои впечатления описывают гости ледяного отеля. Комплекс расположился на севере Японии и стал зимним оазисом для любителей морозной погоды и горячего чая. Атмосфера замка Снежной Королевы не покидает вас ни на минуту. За окном щеки щиплет холодный воздух, а внутри домиков идет пар изо рта. Практически все детали интерьера сделаны из прозрачных ледяных глыб. Дизайн каждого номера дополняют меховые накидки и уютные пледы. Чтобы прочувствовать на себе прелести морской свежести, здесь гостям предлагают принять теплую ванну и выпить горячий ароматный чай. Ну а для тех, кто не привык сидеть на одном месте, в программу отеля включены прогулки под звездным небом, разговоры у костра, каток и, конечно же, горки.
«Знай наших» – проект под таким названием запустила белорусская команда «Street Skills». Уличные художники решили разбавить серые городские пейзажи фресками с портретами российских деятелей искусства, космонавтов и западных рок-исполнителей. Евгений Леонов, Андрей Миронов и Владимир Высоцкий. Эти имена знакомы нам с детства. Их голоса озвучивали цитаты из наших любимых фильмов, а сами актеры сотни раз проигрывали бессмертные сцены культовых кинорежиссеров. Теперь увидеть портреты знаменитостей жителей и гостей Беларуси могут прямо на городских улицах. Команда художников Street Skills запустила проект «Знай наших», главной целью которого было увековечивание любимых нам образов в городских пейзажах. Своими работами ребята пытаются не только эстетически украсить любимые улицы, но и создать в жилых кварталах новые культовые места и туристические маршруты. Стоит отметить, что каждый портрет художники дополнили легендарными цитатами. Героями уличных фресок стали не только советские и российские деятели искусств, но и космонавты, певцы и западные рок-идолы. Не забудьте во время следующего визита в Беларусь сделать парочку стильных селфи. 6-летняя Соса Круз из Атланты метит в звезды женской национальной баскетбольной ассоциации. Юная баскетболистка тренируется с отцом, которого тоже зовут Соса. Мужчина еще до рождения малышки был уверен в том, что девочка станет звездой баскетбола. Она ведет 2 мяча одновременно, точно попадает в корзину и не планирует на этом останавливаться. Малышка Круз была капитаном и разыгрывающим в команде Decatur Blazer Boys, а также выступала в лиге до 9 лет за Rockets, где выиграла чемпионат и получила награду MVP. Знаете, это лучшее ощущение в мире, когда привлекаешь ребенка к спорту. Я играл в баскетбол всю жизнь, и когда я вижу, что она делает, это просто другой уровень. Она правда усердно работает для 6-летней девочки, 6-летнего ребенка. Я никогда не видел никого с таким трудолюбием, как у нее. Сама девочка объясняет свой успех так: «Я усердно работаю, чтобы стать лучше». А на сегодня это все. Смотрите обзор добрых и милых сюжетов по будням сразу после вечернего выпуска «Севинформбюро» и в течение всего дня. Всего доброго и будьте здоровы!